Друзья, привет! Собрала все документы старые, явки, пароли, как говорится. Вышла сюда в лесочек и сжигаю. Красивый огонь горит. У нас весна сегодня прям. Плюс 15, тишина. Посмотрите. Погода. Вот можно поворошить, чтобы оно все сгорело. Вспоминается пионерский лагерь, костер. Юность вспоминается. Конечно, я такой костер-разжигатель. Ну вот и все, подбросила еще листочков сюда. И уже остается пепел. Сожгла все. Погодка радует, и птицы уже начинают петь. После зимы потихонечку распеваются. Посмотрите, на дереве колючки на стволе. Такие явные шипы просто. Пока не знаю, что это за дерево. Потом расцветет и будет листва, здесь скажу. Может, это акация? Я не специалист по деревьям. Но сейчас так явно видно. Угу, такие плотные колючки. На сирене почки. Так, фокусируйся. Вот цветочки проклевываются. Сейчас супруг граблями все это уберет, листочки эти. Потому что потом будет сложно по цветам убирать. Тут и тюльпаны есть, и еще какие-то другие цветы. Вот видите, они пока еще маленькие. И надо листья все эти убрать. Иди сюда, красавица. Вот ты какая красивая. Лупоглазик. Ты не бойся, иди сюда. Где мы на тебя полюбуемся. Ох, глазища какие красивые. Поют птички. Ну все, друзья, хорошего вам настроения. Поскорее, чтобы весна у вас наступила. И лето, и чтобы вы поехали отдыхать, загорать. В общем, радоваться жизни.